Всем привет, на ремонте телефон Nokia, модель у нас 7.1 или же, сейчас почитаем, TA-1095. Пришел с проблемой, не заряжается. Зарядка идет только при изогнутом разъеме, то бишь втыкаем зарядку, потребление у нас 0,3, 0, и сгибаем разъем. И видим, пошла зарядка. Будем лечить. Разъем у нас пойдет под замену, а именно пойдет целая нижняя плата. Для вас ссылочка, конечно же, в описании на нижнюю плату. Давайте ее откроем и посмотрим. Вот так выглядит нижняя плата с разъемом зарядки и микрофоном. Давайте разберем телефон. Разогреваем сепаратор и ложим его нижней стороной на плиту. Ссылочка на сепаратор будет вот там в описании. У кого нет сепаратора, ложим промеж булок и разогреваем точно так же. Итак, разогрели телефон. Берем кусочек лезвия и поддеваем между корпусом и крышкой. Я уже расклеил, чтобы время не терять. Аккуратно пластиковой карточкой расклеиваем. Вот здесь находится шлейф сканера отпечатка пальца. Его постараемся не порезать. И отгибаем крышку. Вот он наш шлейф. Далее открутим нижние винты. Не будем разбирать полностью. Разберем только низ. Хуже от этого ему не будет. Так, Nokia, как обычно, свои звездочки везде используют. Комбинируют их с крестовыми болтами. Но от звезд они так и не отказались. Извиняюсь за мои руки, на которые вы смотрите. Так. Давайте снимем накладку. Вот так это происходит. Отстегнем шлейф межплатный. Отстегнем коаксиальный кабель. И вот таким движением вытащим отсюда нашу плату нижнюю. Имеется люфт на разъеме зарядки, поэтому телефон и у нас не заряжается. Берем новую системную плату, она выглядит абсолютно так же. Такой же тонкий текстолит. Устанавливаем ее на свое посадочное место. Не забываем про коаксиальный кабель, который постоянно пытается под нее залезть. Подключаем коаксиальный кабель, не забываем. Есть. Подключаем межплатный шлейф. Есть. И ставим на место нашу пластиковую заглушку. Для начала вкручу винты, которые у нас под звезды, то есть торксы нокиевские. А далее вкрутим крестовые винты. У нас их здесь 3 штуки. Один можно было не выкручивать. Динамик мы не снимали при этом. Все, до полного разбора нам осталось открутить верхние винты, снять верхнюю заглушку, отключить аккумулятор и, достав сим-лоток, вынуть системную плату. Давайте прикроем крышку и попробуем подать на него питание. Есть. Потребление у нас сразу же выросло до 50 миллиампер, и телефон у нас благополучно загорелся, засветился,
И сейчас должен показать аккумулятор. Этот разъем я оставлю себе, потом куплю сам разъемчик и просто перепаяю. Телефон у нас заряжается в любом положении, шевелим разъем, зарядка идет, потребление порядка 950 миллиампер. Теперь отключаем шлейф, отключаем кабель зарядки. И наша любимая процедура — это клей. Отгибаем крышку. Такие большие ошметки старого вспененного герметика, конечно же, убираем. Чтобы крышка у нас села более-менее ровно. Убрали остатки старого клея. Берем новый и наносим его на рамку. Естественно, обезжирив перед этим поверхности. Тач работает, на телефоне стоит пароль, проверить мы его, к сожалению, не можем. Теперь стягиваем на резинке, оставляем на 2 часа, и еще один клиент будет счастлив. Вам спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. С вами был Руслан, до новых встреч, пока-пока.